Привет всем! Сегодня будем делать каурму или шаурпу по-русски. В итоге получается, нам нужна будет телятина, соль, перец болгарский, картошка, морковка, чеснок, лук, томатная паста, перец черный молотый, перец молотый красный, зира и лавровый лист. Нам надо бутылированную воду налить в кастрюлю. Где-то половину мы нальем. Ну, чуть-чуть больше половины. Опускаем туда нашу телятину. Накрываем крышкой и ставим на огонь. И ждем, пока закипит. Пока наше мясо закипает, ставим сковородку. Наливаем масло подсолнечного. И ждем, пока сковородка раскалит масло. Наше масло нагрелось. Отправляем туда мелко нарезанный лук. И обжариваем до золотистого цвета. Лук наш готов. Освобождаем сковородку. В отдельную тару его скидываем. Бульон наш закипел. Теперь нам надо с вами снять пенку. Телятина чем хороша, пенки очень мало. Из-за этого я ее люблю. Дальше загружаем лавровый лист. Я вот всю, столько закину. И луковицу. Луковица придаст белизну нашему бульону. Не даст помутнеть. И оставляем минут на 40 вариться. Прошло 40 минут. Можно выключать наш бульон. Достаем мясо. Положим его на доску. Подождем, чтобы чуть-чуть остыло, и начнем нарезать. Пока наше мясо остывает, включаем газ, ставим сковородку с маслом, что у меня осталось из-под лука, разогреваем и тем временем нарезаем мясо. Кусочки смотрите сами, как вам удобней. Можно побольше, можно чуть-чуть поменьше, как вы любите. Я вот буду нарезать, в принципе, вот такие. Масло разогрелось, загружаем мясо. Мясо порезал я вон средними кубиками. И обжариваем 7-10 минут. Периодически помешивая. Мясо обжариваем до румяного цвета. Вот до такого. И переворачиваем. Прошло в районе 10 минут. Добавляем обратно мы наш лук. Морковку нарезано. Ну, ребят, кому как удобно. Мне вот полукольцами я сделал, нарезал. Туда же отправляем. Добавляем томатную пасту. Ложку с горкой. И готовим в районе 6-7 минут. Периодически помешиваем. Пока жарится мясо с овощами, зажигаем опять наш бульон и доводим до кипения. Бульон закипел, отправляем туда наши овощи с мясом. Смотрите, цвет какой приятный получается. Следом отправляем картошку. Картошку нарезал я, среднюю картошку, на 4 части. После картошки отправляем зиру. Зиры возьмем не так много, где-то чуть меньше чайной ложки. И нам надо ее вот так вот в пыль практически руками размолоть.
и отправляем туда. Берем перец черный, молотый. Добавляю столько же примерно. Красный перец молотый. Ну вот где-то вот так. Чуть-чуть меньше, чем я изеру и перец черный клал. И варим 10 минут примерно. Курма наша закипела. Пора добавлять нам чеснок. Я здесь две дольки чеснока выжал. И добавляем в супчик наш. И соль по вкусу. Кому как, ребят, надо. Я для начала кину пол ложечки почти. И варим до готовности картошки. Прошло около 30 минут. Теперь пора добавлять перец. Перец болгарский. И варим 5-10 минут. Прошло 5-7 минут. Смотрите, какая красота. Наш суп готов. Мы теперь его выключаем, убираем в тепло и даем настояться. Потом встретимся на дегустации. Наша каурпа настоялась, теперь пробуем. Бульончик получился красивый, прозрачный. Подается горячий и зелень, ребят. Очень вкусно. Сейчас попробуем картошечку. Бульон вообще шикарный. Картошка вот такая разваристая. Сейчас кусочек мяса достанем. Мясо тает прям во рту, ребят. Передать невозможно. Ребят, кому понравился рецепт, ставьте лайки. Кому нет, дизлайки. Подписывайтесь на канал. Всем удачи, пока.